Всем привет! Вы смотрите «Афишу», и прямо сейчас я, Дарья Цедрик, расскажу, чем интересным можно заняться в ближайшие 7 дней. Иркутск расцветает под лучами апрельского солнца. Куда же можно отправиться, чтобы еще больше зарядиться теплой весенней энергией? Концерт Алены Швец идеально подходит для этого. Юную исполнительницу преданные фанаты знают еще с далекого 2018 года. Именно тогда девушка дебютировала со своим первым альбомом. Песня «Соперница» принесла артистке первое признание. Теперь же она является весьма успешной и популярной среди молодежи исполнительницей. На концерте вас ждет презентация нового альбома, а также старые любимые песни. Все это вживую с командой музыкантов. Мероприятие состоится 13 апреля в 19:00 в Сопрано Клан Клабе. Билеты можно приобрести в кассах Иркутска или онлайн. Если вы задумывались о том, куда можно сходить на выходных с компанией, доставайте листок и ручку. Этот фильм подойдет как для семейного, так и для дружеского просмотра. Формула популярности – комедия, стартовавшая в прокате 4 апреля 2024 года, с каждым днем набирает популярность. В этом фильме главная героиня Эрвин, 12-летняя гениальная девочка, изобретает химическое вещество, делающее людей популярными. В один момент ранее непримечательные ученики становятся звездами школы, благодаря этой разработке. Вся школа просто встала с ног на голову. Красочный фильм длится 1 час 30 минут. За это время вы не только насладитесь юмором картины, но также окунетесь в нелегкую подростковую жизнь со множеством трудностей. Если вы захотели узнать, чем же закончилась эта погоня за популярностью, можете приобрести билеты на комедию в любом кинотеатре нашего города. Клише в каждом произведении в жанре детектив. Дворецкий является убийцей. Но в этот раз все может быть по-другому. 14 апреля в 18:00 в театре «Подвал» состоится спектакль «Убийца Дворецкий». Это смешная комедия-детектив в необычном формате. У нее есть целых 6 финалов. Зрителям предоставляется уникальная возможность выбрать, кто сегодня убийца, и тем самым повлиять на ход всего спектакля. Интрига будет держаться до самого финала, а неожиданная концовка порадует гостей. Сюжет в духе Агаты Кристи. Вы подозреваете всех, убийцей может быть кто угодно. Так что спектакль точно придется по вкусу любителям загадочных и запутанных историй. Купить билеты на столь интересное мероприятие можно онлайн. Рок и виолончель – прекрасное сочетание. Если вы так не считаете, то коллектив «Рок Келос» точно переубедит вас. Квартет виолончелистов мастерски исполняет знакомые всем мировые хиты. «Нирвана», «Рамштайн», «АЦДЦ», «Линкин Парк», «Квин». И это только часть из того, что вы услышите на самом концерте. Зрелище будет просто потрясающим. Ведь несмотря на то, что виолончель, согласитесь, не самый компактный инструмент, музыканты еще и танцуют. Динамичный ритм задаст барабанщик, точно не оставит равнодушных. Если вы ценитель рока, ну или просто хотите приобрести яркие, незабываемые впечатления, вы можете попасть на концерт 18 апреля в 19:00 в культурном центре «Орбита». Билеты продаются в онлайн-режиме. Ну а на этом все, друзья. Желаю вам позитивной недели и приятных событий. До скорой встречи!